Виталь, у нас соперник как бы Буниткор, поэтому неспроста мы решили с тобой записать интервью. Матч контрольный, но болельщики соскучились по официальным матчам, поэтому готовятся и к этой игре, хотят по максимуму узнать соперника. Ну, попробуй, пожалуйста, рассказать нам все, что знаешь об этой команде. Ну, прям досконально я не смогу представить эту команду. Ну вот начнем с основания, да? Она только в 2005 году была основана. Да, довольно-таки очень молодая команда. Создалась, так можно сказать, очень быстро. Вот. Я думаю, что все помнят историю о том, кто был в этой команде главным тренером, кто там был футболистом, ну, кого туда привлекли в роли футболистов, кого пригласили. Вот я помню, ну, главный тренер был Скалари. Зику также. Зику плюс Ривалдо. Вот. У команды есть определенная история, в которую там она прославилась. Можно сказать, не знаю, в хороший или в плохой, там, кажется, там для себя решит, но команда очень была известна она в определенном промежутке времени. Вот. Также там выступает очень много футболистов, с кем я играл в сборной. С кем продолжаю играть, с кем дружу, общаюсь очень тесно, очень хорошо и довольно-таки долгое время. Ну, в первую очередь, кто там? Кого можно назвать твоими друзьями? Приятелями. Друзей много не бывает. Там, есть люди, с кем я общаюсь непосредственно только в сборной. Есть с кем поддерживаю там, периодические общения там, через там, телефон. С кем-то я конкретно созваниваюсь, встречаюсь там. Вот, ну, там есть человек, как Мальшор Ахмедов, с которым я, можно сказать, начинал свои подступы к футбольному полю. Там мы с ним вместе начинали играть в футбол еще с детских времен. Вот, есть такой там футболист, как Павел Бугало, который еще, я так помню, играл с моим отцом. Вот, и ветеран уже, так да, и которого я еще застал в сборной. Вот. Есть Витя Карпенко, с которым мы довольно-таки долгое время, около 10 лет дружим, играли вместе за сборную, очень тесно общаемся. Акбар Тураев, Мураджон Зухуров, периодически они вызывали сборную. Вот. Потом это Вохид Шадиев, это нападающий, который вызывался в сборную. Анвар Гафуров, мы с ним на определенный период времени играли в сборной, когда он вызывался. Вот, потом Хайрулло Каримов, тоже ветеран, с которым я тоже непосредственно играл в сборной там какой-то период времени. Вот. Ну, есть что вспомнить хорошее. Так, ну это о хорошем. Есть в команде товарищи, знакомые, с которыми есть определенные сопернические настроения, что было приятно их обыграть именно? Сопернические. Я с этим, я этого человека уже упомянул, я с ним очень долгое время дружу. И второй человек, это Витя Карпенко, с которым я довольно-таки долгое время дружу, играл в сборной. И Акмаль Шорахметов, с которым я начинал играть еще в детстве. Вот. Эти два человека, Акмаль Шорахметов – это правый защитник, а Витя Карпенко, я думаю, что он, скорее всего, может выступать как и правого, выйти правого полузащитника или же выйти где-то в середине. Но надеюсь, что он будет справа, чтобы, наконец-таки, за этот долгий период времени мы могли встретиться не на одной стороне поля, а друг против друга. Будет, я думаю, довольно-таки интересно. С твоим настроем вполне очевидно мы разобрались. А вот в стане Буниткора непосредственно будет желание обыграть именно Виталия Денисова, как считаешь? Посоперничать с тем парнем из московского Локомотива? Я бы не стал бы прям так восхваливать, что там с тем парнем из Локомотива. Нет, я думаю, что у Буниткора будет конкретно стоять задача. Есть свои определенные задачи на этом сборе, да? Как у всех команд. Но победа в предсезоне, там в предсезонном... В предсезонных сборах это тоже определенный стимул. Как бы ты же выходишь не просто так, там, да, выполнить установку, но еще и победить. Я думаю, что для них это тоже будет важный матч. А тебе важно, интересно как-то именно сыграть с узбекистанской командой? Все-таки не часто приходилось. И вообще приходилось ли раньше? Да. Была одна игра, когда я еще был в Днепре. Вот мы играли с Пахтакором, вот. Тогда был такой очень хороший матч, сложился очень хорошо для нас, мы хорошо сыграли, выиграли с крупным счетом 5-1, вот, и
Я, честно говоря, немножко расстроился, что мы не сыграли с Пахтакором, но ничего. Это бывает. Иногда матчи срываются. Хорошо, в целом, давай конкретно подведем итоги первому сбору. Матч это будет заключительный, но я так понимаю, что все-таки на играх серьезный акцент не надо делать на первом сборе. Вопрос в функционале, в физическом состоянии. Что вот можешь касательно себя, например, сказать? Каким приехал и каким готов уехать с первого сбора? Ну, первый сбор, это да, действительно правильно сказал, что это физическая функциональная работа, там скоростно-силовая, выносливость, это там все там периодически там это меняется на тренировках. Но самое главное, это чтобы ни я, ни мои партнеры не получили травму на сборах, там, готовясь там, к чемпионату, к играм предстоящим. Вот. И остальное все не важно. Там, как мы сыграем там, в товарищеских матчах, главное, чтобы без травм уехать и там, с чувством выполненного долга на сборах, выполнить всю работу, которую тренера для нас подготовили. Вот. И приехать с новыми силами и продолжить чемпионат. Это самое главное, я считаю.